Добрый день и добро пожаловать на передачу «Стена плача» Кляги Мауэр ТВ. Тема сегодняшнего вечера – военное вторжение в Сирию вызовет Третью мировую войну. К этому выводу пришел генерал-доктор Клаус Райнхардт. Он бывший главнокомандующих войск КФОР. Это силы для Косово и международные силы под руководством НАТО. И ссылается на высказывания штатов Шанхайской организации. Они говорили о том, что нападение на Сирию следует расценивать как нападение на собственную страну. Также, что Китай, Россия и Иран берут на себя обязанности стран-защитников Сирии. Высказывание сирийского министра иностранных дел Брюсселя Либермана относительно передачи сирийского химического оружия в Хизбаллу Райнхардт комментирует так. «Когда вспыхнула война в Персидском заливе, мы видели, что как предлог обманными способами везде фигурировало химическое и биологическое атомное оружие». Также Райнхардт дополняет. «Я не доверяю ни ЦРУ, ни израильскому министру иностранных дел. Слишком быстро это выносится здесь в общественность. Желаем вам хорошего дня. До свидания».